журналист Boxing247.com Джеймс Слейтер, рассуждая о потенциальном поединке Головкина, высказался о его возможном будущем в новой весовой категории. Было бы потрясающе увидеть, как Головкин будет справляться с элитой суперсредневесов. Также будет интересно наблюдать, как Канело сразится с лучшими из лучших в категории до 168 фунтов. Быть может, Головкин действительно слишком мал для таких бойцов, как Каллум Смит. Потому что промоутер Боб Арум уже предлагает бой с мексиканским чемпионом по версии WBO Хильберто Рамиресом. Сможет ли Головкин добавить к своим достижениям титулы в суперсреднем весе? И докажет ли всем, кто говорил, что он слишком мал для таких бойцов, обратное? Одно мы точно знаем. Это были бы великие бои. И если казахстанский боксер встретится со Смитом или Рамиресом в следующем году, это будет отличный бой, поделился своими мыслями журналист. Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему отказался от звания Героя Украины. «Я отказался от этого звания, потому что я не являюсь героем. Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают открытия. Много людей, которые действительно заслуживают какие-то звезды, элементарное внимание, благодарность, спасибо. Для своего народа я и так являюсь героем. Так что мне не нужны звезды. Я обычный парень с района, если бы приехал на район. Было бы непонятно, мне бы сказали, Саня. Ну ты чё», — заявил Усик в интервью. Напомним, что в минувшие выходные Александр защитил титулы, нокаутировав британца Тони Белли в 8-м раунде. Британский боксер Тони Белли, завершивший карьеру после поражения от абсолютного чемпиона мира Александра Усика, рассказал о своих планах. Белли признался, что отказался от участия в британском шоу. «Жаль разочаровывать вас, но я уже ответил отказом на предложение, если честно. Слава, не то, что меня интересует. Она плохо сочетается с жизненным стилем, который я хочу, я намереваюсь просто исчезнуть. По плану у меня еще 3-4 интервью на этой неделе. После заключительного я просто хочу пропасть из медиапространства и вести спокойную жизнь. Моя карьера была фантастической, но в субботу вечером Тони Белли умер. Тони Белли, человек, который выходил на ринг, теперь я, Энтони Белли. Я хочу жить спокойной жизнью», — цитирует Белли The Mirror. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance, stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance, stand strong, this is it.